Жми на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Как же я рада своим внукам. Угощайтесь конфетами, а я пока сделаю чай. Я не буду их есть. Если мы не будем есть конфеты, которые дает нам бабушка, скорее всего, она умрет быстрее. У меня нет сахара, но я думаю, что вы... Зачем вы едите мою коллекцию драгоценных бусинок? Что? Вот конфеты! Вы что, тупые? Каждые старики такие. А когда продавец возвращается, я вынимаю слуховой аппарат и делаю вид, что у меня Альцгеймер. И говорю такой... Вы кто? Или... О, ты такой красивый. И они перестают лезть со своими глупыми вопросами. О, это клёво. Это было грубо. Да, пахнет старыми людьми. Попробуйте оттепить печенье, пока они ещё горячие, дети. Спасибо, бабушка. Спасибо, бабушка. Я тоже хочу печенье, мам. Эти печенья были для моих сладких внуков. И если бы ты тоже хотела печенье, то бы ты стала домохозяйкой, как твоя мама, а не разочарованием с лысым мужем-адвокатом. Да, мам. Кто хочет молоко? Тебе нужно быть более современным. Вот и все, дедушка. Теперь у тебя есть Facebook. О, спасибо, Эбигейл. Обращайся. О! Ронни умер. Шейл умер. Муж Карл тоже умер. Наверное, ей сейчас так одиноко. Эбигейл, что такое личные сообщения и как мне в них написать? Мое тело буквально разлагается, хотя я все еще жив. Где ты хочешь поесть, бабушка? Я могу что-нибудь присмотреть. О, не-не-не-не, расслабься. Я проверю на Yelp. А, окей. Yelp для стариков. О, похоже, мы отправляемся в баррель крекеров. Может, ты еще что-нибудь там присмотришь? Давай посмотрим, раз ты такая придирчивая. Пусто. Видимо, мы идем в баррель крекеров. Пошли. Пошли. Идем или в баррель крекеров, или в суши. Что? Может, отправимся в суши? Нет, мы отправляемся в баррель крекеров. Я думаю, это желтуха. Что ж, я думаю, просто его время пришло. Да, он готов был уйти. Я думаю, что и мы были готовы к этому. Если вы понимаете, о чем я. Да, он тупил, не мог себе даже подгузники менять. Что тут происходит? Продолжай умирать. Пап, тебе больше не надо бороться, ты можешь просто закрыть свои глаза. Ты, я же просто прикорнул. Дедушка, тебе больше не нужно бояться смерти. Это твое время, это определенно твое время. Не, серьезно, я... Просто умри, пожалуйста. Ну ладно. Позвони бабушке, дедушке, они скучают. Спасибо тебе, что ты последние несколько месяцев провел со мной. Дедушка, я бы не поступил по-другому. Знаешь, для меня немного странно, что ты отказался брать все мои деньги, потому что я хотел отдать их тебе. Подожди. Что? Ну, а как ты мне сказал, ты сидишь со мной не потому, что все последние 10 лет вы только по ночам мне звонили и просили денег, которые после этого никогда не возвращали. И поэтому ты со мной сидишь из-за меня, а не из-за моих денег. Именно так. Я думал все оставить себе, потому что ты достаточно достоин. Ты же все это последнее время вытирал мне зад, протирал мои гниющие болячки мазями и говорил, что ты делаешь это не из-за моих денег, и поэтому я решил отдать их на благотворительность. Но не волнуйся, я подумал, что может быть, я оставлю тебе свой дом. Правда? О, походу, время умирать. Дедушка! Дедушка! Нет! Отдай мне свой дом! Каждые старики такие. Другие серии ты можешь посмотреть по аннотациям прямо на этом видео, а перевел и озвучил Виски. Ага. And if you want to see episode 3 of You Posted That, featuring H3H3 Productions, Jax Films, and Elliot Morgan, click the box on the right.